Только живой и качественный звук, профессиональное музыкальное и световое оборудование и, конечно, заряд эмоций. Все это рок-фестиваль в Барнаульском парке спорта. Душа поет, люди просят. Ну и самим нравится очень. Здесь и ценители рока, и люди, которые просто пришли отдохнуть, провести время с семьей, там, с детьми. Эмоции, ну, хорошие, положительные. Мы ими сейчас поделимся. Сказано, сделано. В фестивале участвовало 11 команд из Алтайского края, которые играли живую музыку для всех поколений. Музыканты признались, что с удовольствием приезжают на Open Air. Это опыт живого общения и контакта со зрителями на большой площадке. И обязательно атмосфера настоящего праздника. Мы видим, что здесь очень хорошие, позитивные люди, семьи с детьми, очень много взрослого поколения. И здесь сегодня, так как и на сцене, так и на нашей площадке, объединились сегодня, по-моему, все. Объединились вокруг качественной музыки. В этом году фестиваль прошел уже в третий раз. Его цель – развитие музыкального движения в Алтайском крае и поддержка талантливой молодежи. Илья Кочетков, Александр Захаров, Андрей Печоркин. День с толком.